Веселые, добрые, отзывчивые и дружелюбные ребята. Несмотря на то, что их жизнь кардинально изменится в самое ближайшее время, они всегда будут с особым трепетом вспоминать 11 лет, проведенные бок о бок. Бок о бок. Бок о бок. Следующими на красную дорожку вступают ученики 11 класса школы номер 2. Мы учились в самом прекрасном классе на свете, говорят ребята. Школа номер 2, 11 класс. Класс руководитель Шевченко Валентина Ивановна. В этом классе 3 медалиста. Порой непослушные, но все равно самые лучшие. Классный руководитель Рукаева Юлия Ивановна. В этом классе 2 медалиста. Лучше, умнее и счастливее за школьные годы. Гимназия, 11 класс. Классный руководитель Бекасова Татьяна Григорьевна. Вот самые ваши яркие впечатления от школы. Что сейчас, вот в этот день, можно вспомнить? Спасибо всем, кто нас учил. Огромное спасибо за терпение, за труд и за понимание. Лучшие года нашей жизни. Правда? Да, думаю так. Ведь в школе все случается. Первая любовь, можно сказать так. Случилось? Первые друзья, да? Наверное, это был самый длинный период в нашей жизни и самый такой счастливый, потому что сейчас понимаешь, что дальше будет намного сложнее, тяжелее, без родителей. И сейчас хочется, так сказать, ну, отпраздновать напоследок, и чтобы оставить только хорошие воспоминания об этом прекрасном времени. И самое главное, вот то, что на выходе, это то, кем мы станем. Кем мы все школьники становимся. Это все получение знаний. Воспоминаний-то ярких в последний день вспомнить немного можно, потому что вот я стою сейчас здесь, 11 лет прошло, и как будто бы вчера был тот день, когда 11 лет назад я тоже в костюмчике, совсем маленький, стоял в дверях школы, и в ДК здесь был на концерте на своем первом школьном. Вот это, наверное, самое яркое воспоминание. Одной судьбы, разный взгляд от света одной игры.